Привет-привет всем, давно не виделись. Привет всем, кто от меня еще не отписался, не потерял надежду. Пришло лето, наверное, будет больше времени. Почему про одежду надо? Какую одежду? Снова про одежду. Нет, зайчик, надо ушки чистить. That cockroach we beat down in Spain? The cucaracha? What's he got to do with this? Oh, nothing yet. And let's keep it that way. Get those people on those buses. Кто идет на пати-бас? Кто идет на пати-бас? Наш пати-бас приезжает. Где нас ожидают такие машины? Я даже не знаю, что это за машины. Интересные. Корвет, что ли? Не знаю. Интересный аттракцион. Мне кажется, мы похожие видели в Калифорнии. Может, не точно такой, но очень уж похожий. И какой-то коротенький. Интересно, но как-то коротко. Но хорошо. Машина из фильма. Короче, тематика фильма «Форсаж». У нас начались каникулы, куда же нам бедненьким податься, как не в Universal Studio. Сегодня пришли долго, давно очень не были, у нас идут дожди, уже, наверное, недели две, просто не переставая. В принципе, скоро они опять должны начаться, буквально через часик, наверное. У нас скоро заканчиваются билеты, поэтому мы балдеем последнюю недельку. Да, потому что в следующем году мы не будем брать билеты, возьмем что-нибудь другое. Да, сейчас покажу, какое у нас небо. Вот такое у нас небо уже две недели. Не знаю, закончится это или нет. У нас, конечно, во Флориде дожди каждый день, но не с утра, извините. Поэтому это уже наглость. Я на такое не подписывалась. Я люблю наше жаркое, влажное лето, но дожди с утра, это как-то уже, это уже too much. Да, бэйби? Да, бэйби? Детки побежали в магазин. Какие смешные табуретки у нас. Классные. Сейчас я присяду. Ой, удобненько. Только, наверное, следы потом на попе останутся. О май гад, нам, по-моему, пора убегать. Сейчас мы пойдем где-нибудь покушаем еще и поедем домой. Стрекое небо сейчас вот ливанет. У нас сейчас очень модно всякие цветные волосы. И даже если это не очень красиво. А у вас? У нас все ходят розово-зеленые, и это очень популярно. Кстати, через пару дней, какого-то 3-го, по-моему, или какого-то 4 июня, у нас будет, как обычно, парикмахерская выставка, так что, наверное, порадую вас какими-нибудь новыми цветами. О, пожалуйста, да, красавчики такие. Красивые такие мальчики, девочки. Да, 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 да. Гамбургеры, как ни странно, хоть я их не особо люблю, но на самом деле очень вкусно. Что такое гамбургер?
кусок натурального мяса в булке вкусной и со всякими штуками. Очень вкусно на самом деле. То есть это не такой типичный, обычный такой, как Макдональдс какой-нибудь. Ой, дождик как раз прошел, мы его пропустили. Все, можем ехать. А кинотеатр еще? О боже, этих детей не наразвлекаешь. Я уже думала, мы план передач выполнили, нет? А то я завтра на работу, и дети будут... Дети! Один деть будет страдать у нас, один который деть? Любит тусоваться. Деть, да, это ты. Ребенок. Второй? Деть. Kid. One kid. Да, деть будет страдать. Один у нас может сидеть дома, ему все нормально, а вот второму нашему... Да, а этому ребенку только будет потусоваться. Ой, красота. Все, до новых встреч. Пока-пока.